Привитос Амигос. Ну что, значит, разговор с новыми спутниками подождет. Вернее, кастинг новых спутников подождет. Сначала надо поговорить с Келлогом, лысым чуваком со шрамом на своих щитцах, который, собственно, жил здесь, в этом городе, с каким-то своим сыном. С каким-то ребенком. Кстати, интересно, что пол ребенка почему-то в игре выбрать не дали. Мы могли выбрать внешность героя, внешность его жены. Кстати, а видимо, если бы бабой играл, тогда что бы было? Я, кстати, ни одного летсплея не делал, где бы стали играть бабой. То есть, получается, в том случае ребенка играл, держал бы мужик, и мужика бы застрелили, что ли? Интересно. Вот, а пол ребенка почему-то выбрать не дали. Everything I dug up about Kellogg before his disappearance. My friends say outside is smell. But you don't smell at all. More than just a mercenary. Хрен тут бегаешь, маленький босоногий бич. Сколько у меня дерьмового оружия, просто гребаный склад. 9-1 odds says he's our man. More than just you identifying his distinguishing features. The MO is all him as well. Leading a small team to kidnap a baby and leaving one of the parents alive for later. Я ползком быстрее, блин, передвигаюсь, чем он, сука, ходит. Мы пришли, Ник? Нет, подвисаешь, что ли, лаги? Наверное, тебя дудосят, блядь, на ходу. Так, я видел, я понял, куда мы идем, вот в эту берлогу. Ник, за мной, я буду первым. Lock's really strong. А, блядь. Ник? Сука. Да что ж такое-то? Слушай, Ник, вот если бы ты еще так же и сейфы пальцами бы всковыривал, базара нет. Вместо собаки было бы твое. Потому что эта тупая псина умеет только лаять, когда что-то найдет. Нет бы приносила и давала мне выбрать, надо мне это дерьмо или не надо. Ну... Don't think I can pick this. No luck. Just need to find a key. Ник, пошел ты в жопу. See that platform in the distance near the city entrance? That's the elevator to the mayor's office. Блять, вот как раз там был недавно, знаешь? Попросишь ключ. Здравствуйте, мэр, дайте мне ключ от чужой квартиры. С какого хуя, спросит меня он? Что мне ему ответить, Ник? У тебя есть какие-нибудь идеи в твоей роботизированной голове? Зачем? А, ну да, в принципе, ты робот, откуда тебе? Тебе не понять, что не должен один человек спрашивать у мэра ключи от дома другого человека. Это тупо. Слушайте, а пешком туда нельзя? Нахрен мне этот лифт. А, черт, какой-то хотра на дом. А это чья хатка бобра? Слушайте, я помню, в Мегатоне можно было дом купить, здесь можно? И турель поставить на входе. Тут же есть крафт. Дом Латимера. Дом Кука. Ну, дом Кука пустует, ведь его съели аборигены. Везде на средний замок закрыто, то есть можно там полазить что-нибудь. Что-нибудь у них там... Нет, я, конечно, человек добропорядочный. Но, блядь, интересно, что ж там есть-то у них. Да и опыт за взлом на дороге-то не валяется. Да Тебе-то чё надо, ёбаный ты ведро, сука. Мусорное ведро, сука. Говнище. Понятно, а как же тогда здесь воровать-то? Коли они так бдят. Видимо, для этого и надо прокачивать скрытность. А что здесь делает этот... А, здесь какой-то кофе. Ну, в вашем случае буду делать это с презрением. Это почему? А, ты, наверное, имел виды на того робота, на котором теперь учитель женился. О, смотрите, Мёрфиус. Или Вин Дизель справа. Так, подожди, робот, ты что хочешь придумать? Customers in the colonial tap house. Even those that obviously don't belong.
just know that my senses indicate that you have dangerously low. Мой культурный низок уровень для этого гадюшника? I don't need anything. Glad to see you know your place. Ты льстишь себе, кусок дерьма. А где этот культурный чувак стоял тут в пиджачке? На тебе, сука, акт вандализма. Хотел с Мёрфисом побазарить. Он куда-то сдриснул. Ладно, придется опять на этом. Совершить очередную крайне веселую поездку на этом лифте. Петелька, иди, что покажу. Давай, заходи. А, блядь, ты ж тупая, да? Дожди. Эй. Зашло, блядь, и села здесь. Слушай, что тебе хозяин говорит. На халяву уже катаемся, ёптать. У меня собака очень любила кататься и на машине, и на лифте, еще на чем-нибудь. На чем собака могла покататься в своей жизни, непонятно. Смотри, эти петели же в восторге. О, и ты здесь. You ever think maybe you could get a man's attention easier if you use softer words, honey? Maybe shout a little less. Oh, that reminds me of this article I'm writing about the mayor's affair with a certain airheaded blonde. О, роман. Кстати, она на робота похожа. Сначала ты, детка. What are you doing here, Piper? Nuh-uh. Да ёб твою мать, я нахрена на харизму тратил-то очки, что ж ты, блядь, за дерьмо-то такое? If you are done crowding the reception area, Miss Piper, the mayor needs to make time for more responsible citizens. I was just leaving anyway. Piper. Head my way? Обмен? А чё у Пайпер есть? Let's trade. This is what I've got. Кепка журналиста. Подожди, Пайпер. Нет, не уходи, не уходи, не уходи. Эй, псина. Да ёб твою мать, ты можешь на месте-то постоять. Скулить, чтобы привлечь внимание. Сейчас, Пайпер, подожди. О, у меня есть... Ах... Блядь, тут и был еще один лифт. Черт, какая неуловимая женщина. Твою мать, ладно, попозже. Хотел дать ей миниган, чтобы с ней обращались повежливее. Странно, а почему тут все настежь теперь открыто? Иди лови этого пикчера или кого там, кетчера. А это что такое? А, манекены. О, у него собранный рабопони лютик, а у меня только копыта. Завидую, завидую. О, Толстой. Читаете? Мэйр Макдона? What can I do for you? Макдонах-то, а не Макдонах. I'm the mayor. I'm here to serve the people. Меня прислал Ник. Не думаю, что он его уважает. I assume the mayor's office has a copy. Well, we don't have every key in the city. Мы не делаем. Put them all. В ящике, например, где, блядь? My city has a right to their privacy. Now, if we did have a key, only the owner can ask for it. That's my final word. Я вот не знаю, оранжевый вариант это означает, что мне не хватает харизмы на это. Или что? Хотя иногда прокатывало. Please, Mayor McDonough. This man Kellogg kidnapped my son. I need to find him. I see. I'm sorry, but however horrible the crimes this Mr. Kellogg may have committed, your word alone isn't hard evidence. Подкупить 250 крышек. Да ёб твою ж, коррупция ебучая, как задолбала. Maybe for the right amount, you can bend them a bit. Нигде спаса нет. How dare you? I'm the mayor, for God's sake, not some thug for hire. 500 крышек?
So that's it? You're not gonna help? Security is part of what keeps Diamond City above the petty squabbles and misfortunes of the Commonwealth. I can't betray that for anything. Придется, видимо, перетереть Спайпер, как взять тебя за жопу. Fine. Thanks for nothing. I know it's disappointing, but I have to think of all the people of Diamond City, not just the needs of one person. И чего? Мне надо что, харизму прокачать, что ли? У меня есть что-нибудь для харизмы? А, одежда. Изношенная шляпа. Которая не дает абсолютно ни хрена. Потерянный тренч. Который не дает абсолютно ни хрена. Может, если я обширяюсь или бухну, харизму вырастет? Аддиктол. Да, сдается мне, что это говно вариант. А если я задание прочитаю? Раздобыть ключ. Залезть в карман. И от радости Иван сразу же залез в карман. Так, подожди. Где у него могут быть ключи? О, смотрите-ка. Женева, с ним может быть... О, спит Аки-ангел небесный. Залезть в карман? Ой, ну если только в задний... Ну-ка, попробуем. А, черт. Ой, а куда это за... Где тут туалет? Или это собака дверь открыла? Блядь, да чё ж ты, блядь, тупое животное, ёб твою мать. Морковь, крышка. А, можете сначала спокойно посмотреть предметы. У нее есть патроны. Это не вызовет. Она для меня, что ли, двери открывает, я не пойму. Эй, Дженнива. Эй, детка, вы капни-ка нахуй. Побазарить надо. О, вместо нее можно спать, я еще нет, не успеть. Did you need help? I need to talk to someone about Kellogg's old house in the West Stands. Mr. Kellogg's residence? He left town a while ago. We foreclosed on the property and locked it up. If there was something belonging to the man that you have a claim on, you could ask the mayor to hear you out. No guarantees. I don't have time. I need that key now. Why is finding this key so important to you, honey? Поверьте мне. Да, поверьте, похуерьте. Please. All I want to do is find my son. The man who owned that house kidnapped him. I've heard the sob stories before, so save. Я просто бог убеждения, мать твою. Just trust me. It's important. You have my word. You really thought that would work, didn't you? I don't think so. Ёб твою мать, может тебе на туфли дать? О, о, подавись ты, крыса ебучая. И где ключ? Да-да, спокойной ночи. Это так весело. Так вежливо спать при людях. Па-пам-па-пара-па-па-па. Что такое? Кто-то на мою собаку залупил? О! У нее откуда-то пистолет взялся? Пораскинь мозгами, детка. Ну, давай, снеси башку нахер. Что там происходит-то?
А, они здесь не умирают, они садятся отдохнуть. Сука, может ты хоть на костре сгоришь, тварь? Грёбаная коррупция, придется, видимо, платить. Ну, я пытался что-то с этим сделать, видимо, нет. Что ж, обидно. Я вернусь, когда прокачаю эти проклятые кражи. Да ты быстрее можешь свои копыта, блядь, спускать. Кстати, а миниган какими патронами стреляет? Ау. 5-миллиметровыми? И у меня их так до хрена? Да, заткнись. Блядь, видишь, что я из-за тебя нахрен не туда нажал? На нумлоке причем. Who do I talk? If you're... I don't have time. I need... Why? Really? Maybe we can reach an agreement. Oh, there I go. Черт бы тебя побрал. В принципе, нахрена есть вообще крышки нужны. Мне их тратить, а не на что. Так, а куда этот лифт? Может, он быстрее ездит? Сигнал Trinity Tower, нифига. О, здорово. Не знал, что умеешь телепортироваться. Смотри, как мало мы до сих пор друг о друге знаем. Чё так долго едет? А мы куда? В ад спускаемся, что ли? Петеля, чё происходит? Как жаль, что здесь пауза включается. В момент, когда я хочу полазить в своем инвентаре. А ну-ка. А, сталависта, псина. Опс, что такое? Это я где? А, о! Так вот оно как работает. Черт, надо было на той телеге. Ах ты, ёб твою мать, еще и загрузка в нагрузку. Да, заебись вообще, классный лифт. О, всем рекомендую, потрясающе, обожаю загрузки. Особенно, которые вот эти по 2 часа идут. Какая роскошь. Муах. За каким хреном там вообще второй лифт? Петеля, ты глянь на эту дерзость. Ну-ка, порви-ка ее нахрен на куски. Бублик, ты что ли? Какая у нас собака дружелюбная, смотри, даже за кошками не бегает. Так, у меня есть ключ от этого дома. А где тут наверх-то подняться? О, а это что такое? Подвал Фэллон. О, Сесурити. Это офис Сесурити? Офис охраны. Нет, спасибо. Хотя я думаю, что они задание точно должны какое-то дать. На благо города, ёптать. Валентайн, не хочешь заплатить половину этих крышек потраченных? Дело мы вместе расследуем, а расходы все на мне. Что за борода? Найти хоть какие-то следы. Эта отвертка выглядит очень подозрительной. Настольный вентилятор. Это и все? Кукуруза какая-то, блядь, сгнившая. Наручники, вот это подозрительно. Разделочная доска. You, right. Ага. Well, that's one way to hide a room. Потайная комната, интересно. Стимуляторы. Квантовый ядерколо, неплохо он устроился. Очищенная вода. Ник, не стесняйся. Может, водички? Хотя ты-то, наверное, не пьешь.
Вишневая. Кусочек игуаны. Да свалите оба нахер отсюда. Вы мне мешаете лутать. Апельсиновый ментант, свинина. Пюре. Вишенка еще. Ой. Хорошо, он тут собирался второй конец света пережить. Пиво. Пустая масленка. Но это нахер мне не надо. Сишки. Гвинет стал пиво. 44 калибр bullets. And cigars. San Francisco Patron. Sunlights. Interesting brand. Won't lead us anywhere on its own. Огни Сан-Франциско. Иди моя морда. Так чё? Пустить псину по следу, вот так-то, бля. Вот и собачка пригодилась, а вы говорите. Well, dog meat seems eager for the job. Why don't you let him have a whiff? See if he picks up on the trail. Конечно, след возьмет. Вы тут после конца света, наверное, по полгода не моетесь. Personal business. You have to face Kellogg on your own. Just say so. Ага, вот можно и Ника взять вместо собаки. Пошел ты в жопу, Ник. Hopefully not forever. I want to see you and your kids safe and sound when you get back. Good luck. Anytime you need help, just come knocking. Давай, Клинт, вот, до свидания. Клинт может стать вашим спутником. Dog meat. Get the scent, boy. А как же мы по следу пойдем тогда? Got something, boy? Ой, он его зовет мальчик. Походу, это не петелька, а петель. Какая в жопу разница? Главный герой не разбирается в собаках, это его проблема. Чё за херня? Вперед! Хрен себе. Странный, блядь, здесь город. Слушайте, ни одного побочного квеста на всю деревню, блядь. Обещали перестройку, где она? На всю деревню ни одной проститутки, кстати, тоже. Фуфельно как-то все сделано. Или мне одному так кажется? Собака споткнулась об мои пистолеты. Интересно, как давно он ушел, что собака до сих пор чует запах сигар? Может он ушел, сука, не знаю, недель две назад до сих пор сигарами воняет? Тихо. Кто-то крикнул help? Или мне показалось? Ах ты ёбаный, ты, блядь, сука, блядь, ослоголовый ты ублюдок. Нюхник, блядь, ёб твою мать. Олень дал мне пизды, отлично. Это... Я надеюсь, хотя бы здесь было автосохранение, потому что это полный пиздоферсон. Ах, слава богу. Так кто на помощь-то звал? Олень, что ли? Коварный олень заманил меня в ловушку. Грязный ублюдок. Сука, придется дать ему понюхать мою лазерную пушку. А это что такое? Это база рейдеров прям под носом у городской охраны? Упс. Got it. Всего 18 опыта. Раньше по 40 опыта давали за такие взломы. Бам!
Рейдер-убийца, блядь. Еще один откуда-то взялся. Это негр исходящих мертвецов. Сука, он еще из коктейля Молотова. Где моя собака? Кто-нибудь ее видел? Вот хрен ослиный. Нет, хватит дохнуть, господи. Они были очень близки. Либо ты, либо я, но он почему-то зеленый. Кожаная броня, кожаная броня, дорожная одежда. Сгори, сука, в огне. Да как? Да, блядь, это пиздец какой-то, сука, настоящий. Что за херня, блядь? Мне чё, сука, пора в броне ходить, не вылезай из нее. Потеть в ней, блядь. Бля, вообще, сука. Я поражаюсь, конечно, нахер этому, блядь. Этому всему. Потому что... У меня оружие нового что-то не появляется. Модернизация оружия полное говно в этой игре, потому что постоянно какого-то не хватает, блядь, чего-то. Зато враги... Блядь, о своей броне я вообще молчу, потому что от ней, блядь, сказать нечего, кроме скорбных слов каких-то, блядь, поминания. Сука, когда, не знаю, мертвецов хоронят, у них броня лучше одета, ёптать. В трусах ходить надежнее в одних, чем в моих, блядь. В броне в этой, бля. Да, ебись конем. Просто пиздец, как моя броня. Вот эта нефриловая рубашка Фродо отдыхает по сравнению с моей броней. Но. Чё, суки, не ждали? О, мистер рукопашный боец. Я, конечно, начинаю поражаться, сколько попаданий выдерживают люди в этой игре. 800 пулевых ранений, сука. Ты чё, терминатор, блядь? Блядь, ну турель это вообще пиздец. Блять, еще одна. Хуеть не встать просто. Тяжко здесь, тяжко. Я тебя хотел то же самое спросить, чё ж ты, блядь, не сдохнешь, что все? Рейдер-убийца, блядь, с внешностью, не знаю, алкаша какого-то. Оу, щи. Неплохо. Рвануло нормально, как будто, не знаю, как будто ракеты какие-то перевозила. Бутылка с коктейлем Молотова, стимулятор. Да, стимулятор это хорошо, потому что у меня перерасход, честно говоря, этих стимуляторов на один бой по 50 штук уходит. Штурмовой противогаз. Ну, у того-то наверху, наверное, просто, наверное, вообще не знаю, что на нем было надето. А, у него один стальной сапог давал ему жизни больше, чем все мое тряпье, блядь. Ключ от тупика Эваст Вейст. Какой-то стимулятор, короткий боевой дробовик. Прикольная штука. Рейдерская броня, да, тут очень укрепленная, сверхпрочная рейдерская броня. Правого копыта, как я понимаю, да? А у меня что одето? Укрепленная сверхпрочная броня. Плюс один к ловкости и восприятие у меня броня. Кстати, не такая уж у него она и бронированная. Зато весит, как хер знает что. Жаль, очень жаль.
Металлическая броня для правой руки, для левой ноги. Вот, для левой ноги у меня, возможно, ничего хорошего и не одето. Ну, а у меня что? Закаленная рейдерская 4-4. А здесь 7-3. Ага, минус энергетического оружия. А хер бы с ней. В меня не так часто лазерами стреляют, так что... О, военная электросхема, охренеть. Патрон, патрон, стрелковый гладкоствольный карабин 45. Вау. Это интересно. Стрелковый гладкоствольный... Ага. А у меня ничего, 45-м сейчас не стреляет, что ли? Ага, тактически укрепленный. Ну, урон-то у этого, блядь, укрепленного говна просто кобздец какой. Выбросить, конечно, ёптать. 4. Добро пожаловать в команду. Им и ткнуть можно. Больно, бля. Собака, кстати, мне теперь в перестрелках не помогает. Она просто бежит куда-то. След показывать, и все. И ничего не ебет. Не то, что меня олени рвут на части. Не с рейдерами перестрелка, и все насрать. Тупая. Так, а теперь где-то здесь божий олененок, ёптать. Бэмби, мутант, сука, поганый. Месть, дело чести, где ты? Сволочь поганая. Это... Центр снабжения бостонской полиции? Чем их тут снабжали? Жалоба на недостачу продажу товаров. Скорее всего, это просто гражданские пытаются получить больше, чем им полагается. Понятно. Расписание. Детектив Перли. Нахуй. Воспроизвести запись. Голографическая. На самом деле, это аудиозапись. Причем без субтитров, поскольку я в терминале нахожусь. Дерьмо собачье. О, сюда можно попасть. Попасть-то можно, а что там делать? Ага. А вот и ты. Что, сука, ваши не пляшут? Ну-ка, в разные буду стрелять. Да ёб твою мать. Отличные выстрелы. Согласитесь. Сука поганая. Фу, вот это бой. Так, жаркое побоище, однако. Во. Необходим уровень 18. Въебнулись. Я аж столько сейфов уже видел. Мне их что потом? Второй раз обходить, скрывать? Вы издеваетесь, что это бред собачий? Ёб, блево. Да. Сделали игру, ебать копать. Ну, бред полный. А, подожди-ка. Как-то туда надо залезть же вовнутрь. Ну, как тут, как насчет немножко схватиться? А если я уберу?
Кстати, что такое? Чертов, блядь. А, понятно, не здесь. Так, хорошо. Тогда, значит, вижу. Кое-что рыжее. Эй, черт бы тебя побрал. Да что ж ты так прыгаешь-то? Во. Пошло дело, давай. Здесь входа нет. Assassin's Creed отдыхает. Да, паркур. Надеюсь, тут в снабжении арсенал какой-нибудь приличный заныкан, потому что патроны мне явно не помешают. О, сложный как раз. Спасибо, что не очень сложный. Такого надругательства я бы не выдержал. Импульсная мина. Мощный гладкоствольный пистоль, хорошо. Легкий гладкоствольный 308 патрон с снайперским этим. Хер его знает, сейчас будем разбираться, чё к чему. Так. Так, ну порылся в инвентаре, в итоге у меня новый пистолет с каким-то подобием прицела и подобием дамага, в общем-то. И где-то здесь у меня еще новый автомат. Те же самые характеристики. В плане бат. Мать выродка, блять, что? Мать выводка? А, свиноматка, что ли? Заебца, перезарядка в режиме slow motion. Пошли нахер, твари. Да, блядь. Я не могу сдохнуть снова. Базара нет, засада была что надо. Она меня загнала, блядь. Ёб твою мать. Светящийся теперь еще. Сколько у вас тут нахер? А, чё, сука, не ждал? Фу, блядь, это пиздец. Хорошо, хоть сохранился перед этим. Не так очково было. Давай, ядеркола, лечи меня как-нибудь. Радиоактивная кровь, ядерный материал. Нихера, у тебя сколько тебе полезного. Так. О, керамика. Не знаю, нахрен мне на столе вентилятор. Служебный тоннель. Интересно, куда эта дорога ведет? Так, а если я... О, шериф. Интересно, а он меня не атакует? Текущая накладная. Любопытный полицейский офицер полиции Бостона, нет разрешения находиться в помещениях склада. Ни при каких обстоятельствах им не дозволено разнюхивать, что к чему. Мне плевать, если они принесли вам обед или просто зашли поболтать. Мне стало известно, что в данный момент в их отделении идет расследование касательно до сдачи продуктов. Понятно. Данный интерфейс только... Охрана порядка, по умолчанию, пожарный, медик, скорой помощи, строитель. Ну, охрана порядка, я думаю, сейчас он мне напиздречит.
Да, далеко тебе до Робокопа, чувачок. Может, он типа крыс бы этих расстрелял сраных? Да, наверное, он для этого здесь и был. Просто надо было до него добежать. Ну так тоже неплохо. Эти крысы на босса потянули бы. А здесь что? Ой, блядь, таракан, обосраться, вот это враг. Присмыкнулись насекомые, ёптать. Нравится мне этот кастет. Что это за установка? О, ядерный блок. Ядерный блок. В принципе, у меня уже брони хватит прям, я не знаю, на небольшую войну. Ёб твою мать. А вот в ответку. А? Как? Терминал средний. Это похоже на ядерный реактор какой-то от убежища. Ядерное питание. Стрелковый тяжелый снайперский карабин. Fuck yeah. Сержанта Райза. Наверное, застрелился. Нихера не понял, что это было. И как работает долбанная станция обслуживания брони? Как она вообще работает? Что снять, что не снять? Бред собачий. Так, удобный тяжелый снайперский карабин, да? Этот бесшумный надо выкинуть нахуй. Это не урон, блядь, говно какое-то. Так, куда он делся-то? А, укрепленный снайпер. Нет, не то. Стрелковый тяжелый снайпер. 308 калибр, ёптеть. Хочу заметить, что моя снайперская винтовка-то помощнее будет. Но здесь зато, видимо, беглый огонь. Воу. Нету здесь беглого огня. Почему урон такой обсосный в этой пушке? У этой 55. У этой, блядь, 48. Скорострельность 3. Скорострельность 3. Дальность одинаковая. Меткость у этого даже выше. Да. Это был большой облом. Стимуляторы. Интересно, а сигареты ни на что не крафтятся? Темные очки патрульного. Короткоствольные. Но у меня такой есть уже. Они воруют, воровали. Воровали, что ли? Perfect. Новая татуировка для лица. Ебать, как у Тайсона, только если. Я не знаю, где этот хирург, который меняет внешность, но...
Вот теперь мне стало интересно, что там за татуировка лица. Химлаборатория, а здесь-то что делать? Не знаю, в химлаборатории, по идее, наоборот надо. Пароль от тоннеля. А с той стороны можно было получить немножко помощи. Ой, немножко опыта, если открыть паролем. Если хакнуть, вернее. Да насрать. Жалко, собака со мной сюда не пошла. Дрянь тупая. Тут, походу, интересно. Ах ты, блядь. Черт, тут радиация фонит. Это отстойно. Как их укладываю. Твою мать, это еще что? Че ты делаешь? Ой, блядь. А в той стороне что тогда, если в этой? Ага. А вот тут тут. О, блядь. Да, махаться гули не умеют. Факт. Чёрт, блядь. Какие-то гули тут стали, слушайте, уродливые вообще. Раньше они тоже были уроды еще те, но... Не знаю, да не, раньше, наверное, поуродливые были. Со шматами кожи обвисшие, а сейчас они какие-то... Уродливые, в смысле, нарисованы херово. Какая знакомая у них ударная техника, где-то я такой видел. Ёб твою мать. Какая милая леди. А что там, газ что ли взорвался? О нет, только не светящийся. Он там не харкать собирается? Ёб твою мать. О-о. Сука, зажал меня, пидорас. Да ёб твою мать. Ну давай, сука. Намотать тебе что ли, блять, на ствол? Знай свое место, мразь. О, блять. Крышка, патрон. Ядерный материал, нихера себе. Это стоит сохранить. Не часто ядерный материал находишь. Даже не знаю, что это. Сундук легкий. Да, за ебца какой легкий, охереть. Бог легкости просто. Давай. Да давай! Да ёб! Сука, он чё, блядь, издевается, что ли? Sweet. Винт. Металлическое броня правой ноги. Прицельный лазерный пистолет. Вау. Череп Брамина, это нахера еще? Ядерная батарея. Прицельный лазерный пистолет. Да нахуй надо. Далеко зашел этот рейдер.
Маска противогаз. Какое-то время надо в маске противогазе, я думаю, походить, потому что мой шлем не дает сопротивляемость радиации. А маска противогаз дает. На одном Рад-Иксе я долго тут не выдержу, наверное. Ядерный мини-заряд. Как ты взялся-то, блядь? Вообще локация тут жесткая, смотри. Ну, как я ему втащили тебя, а? И блок поставил. Кому-то они бошки пооткручивали здесь. Красиво жить не запретишь. Помереть тоже. Да ну нахер! Отлично, блядь. Просто прекрасно. Ага. Турель с пулеметом. Кто же там поставил-то? О, там еще и чуваки какие-то ходят, ты посмотри. О, мина. Заебись. Рейдер-псих. Золотые часы. Это был меткий бросок. А это был меткий выстрел. Вау. Это что еще за хрень? УАЗ, совместимый двухствольный дробовик. Повышенная вероятность попадания, уменьшен расход. ОД. Вес 9. Надо брать. Серебряный медальон. Ну и, конечно, перевес. Здравствуй, естественно. Угу. Я думаю, миниган надо выкинуть, у меня один уже есть. Там лежит. Наркоманский двуствольный дробовик тоже говно какое-то. Считаю, что... Это можно выкинуть. 54, а у наркоманского... 54. В общем-то, одно и то же, я так понимаю. Лучше бы какая-нибудь нормальная пушка выпала, а не дробовик обоссанный. Нахрен мне обосрался. Заебала, блять, уже эта херня меня. Ёб твою мать, как она заебала. Ну и что тут есть интересного? Управление турелями отлично вообще. Да я взорвал уже нахер вашу турель. Ага. Это выход куда-то. Только рано еще отсюда уходить. Собачьи консервы. А я говорил, что корма собачьего нет. С другой стороны, тупик-то я еще не проверил.
Вроде как, да? Непорядок. Я думаю, эта локация способна на больше, чем один дурацкий дробовик. В этом-то конце тоже что-то должно быть. Это я мины сканирую, блядь. Хер отобьешься от такой атаки, ёб твою мать. Все добро пожаловать, плюшевый мишка разных размеров. А что у него в руке? Косторез. Кто-то тут мило играл с этим совсем дерьмом. Это тоже выход наверх. И тупик. Ага. Все, значит, больше тут нет ничего. Интересно, где я тогда сейчас выйду отсюда? Ну, содружество, понятно, что содружество, а что именно? Гуль светящийся, ёпты, за него опыта дали, как вообще, как будто, как за лебедя, наверное. Хотя за лебедя, наверное, даже меньше. А чёрт, и здесь опять они. Тоннель Маспайк. Ну кто-то тут гулей уже оприходовал, причем не слабо. Мусорщики с ними, видать, схлестнулись тут. Где я на карте-то? Около рынка Diamond City. А, вот я где. Тоннель зачищена. Тоннель потрачена. Епта. А, черт, буря опять радиоактивная. Давай нахрен. Хорошо, что я в противогазе. Это они хоть не настоящую повесили? Нет, смотри-ка. Опротник-мутант. Собачья миска. Черт, даже не знаю, где тут от бури загаситься можно. Но решать этот вопрос, видимо, придется в начале следующей серии. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите и все такое. Черт. Нихерово облучает. Долбанный Чернобыль.